Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о покупках, которые я сделала для себя и для своих знакомых в каталоге номер 9. Так что же я себе приобрела? И начать я хочу вот с этого крема. Это антицеллюлитный крем. Вы знаете, он мне очень нравится. Я очень много слышала о нем. И когда я его купила, честно говоря, я была поражена. То, что рекомендует компания Reflame, от его использования, какой результат вы можете получить, вы получаете на 100%. Главное делать его утром и вечером определенной системы. После его применения, уже, честно говоря, через 2 недели вы почувствуете результат. Но на самом деле результат вы почувствуете даже сразу, когда начнете его применять, потому что кожа становится сразу мягкая. Нежная на ощупь, и ощущения потрясающие после применения этого крема. Поэтому я вам всем рекомендую, берите, покупайте его, пользуйтесь и получайте от этого огромное удовольствие. Но к этому еще хочу сказать, прекрасно выглядеть мы хотим всегда. И особенно летом мы меньше начинаем одевать уже брюки, хочется одевать юбочки, выглядеть прекрасно. И у нас вот такие вот потрясающие полоски для депиляции. Вот такие вот полосочки. Видите? Их здесь несколько штук. Ими пользоваться очень удобно. Берем полоску саму. Вот так вот греем ее между ладошками. И воск, который там находится, он разогревается. И потом наносим на ногу. Воск удаляется очень хорошо. Кожа становится чистая, бархатистая. И обязательно после депиляции и после бритья я бы порекомендовала вот такой вот необычный крем. В каком смысле необычный? В том смысле, что этот крем, он от вросших волосков после депиляции, после бритья. Это большая проблема у многих. Так вот, этот крем, когда вы его используете после депиляции, он дает возможность не врастать волоскам в кожу. Вы будете всегда себя комфортно чувствовать. И у него вот такая вот, если вы обратили внимание, видите, защелочка, она такая интересная, вот прям здесь вот так открывается, и только тогда вы можете, такая пломбочка, видите, вот она сорвалась, и потом уже открывается этот крем, чтобы его наносить. Очень все аккуратно, и сразу видно, что этим кремом никто не пользовался, потому что пломба находится. Еще хочу рассказать о новинке. Вы знаете, она мне очень и очень понравилась. Ну, во-первых, я обожаю маски. У меня их огромное количество, но я не могла пройти мимо вот такого вот продукта. Вот такой упаковочки. Это маска из розовой глины. Из серии Eco Beauty. Eco Beauty — это серия, которая на натуральных ингредиентах. И сегодня я ее использовала. Кстати, обратите внимание, здесь стоят значки EcoCert и PSK. Когда я использовала эту маску, что мне понравилось? Во-первых, я наносила ее кисточкой. Я обожаю кисть для нанесения масок. Раньше вообще даже не могла представить, зачем она нужна. Но когда ты ее используешь, ты понимаешь всю прелесть того, что ты получаешь. Во-первых, у тебя чистые всегда ручки, а маской ты можешь нанести все аккуратно, нигде у тебя ничего не пачкается. Вот, и потом кисточку эту можно помыть. Что касается маски. Ну, во-первых, я не могу вам сказать, что будет после того, как ты ее применяешь. Компания об этом говорит, что это минеральная маска, вы получите все минералы и определенные компоненты. Она очень хорошо увлажняет кожу. Я вам расскажу о своих ощущениях. Ну, когда маска застывает, глина,
то чувствуется такое вот стягивание, да, стягивание кожи. Но не дискомфортное ощущение, легкое такое. Масочка наносится на 10 минут. Любая маска наносится не слегка, а хорошим слоем, чтобы, во-первых, все компоненты, все питательные вещества, которые там находятся, чтобы они впитались нам в кожу. Дальше, когда я эту маску смыла спонжем, вы знаете, я была удивлена, потому что кожа была у меня, вот такое ощущение, как будто я после сауны, после бани. Она такая мягкая, такая легкая, легкий розовый румянец. Честно говоря, вот мне бы очень хотелось, чтобы вот этот цвет кожи, вот это ощущение у меня оставалось надолго. Мало того, все черные точки, которых мы хотим избавиться, их не стало. Это не значит, что они исчезли, просто они осветлились. Это еще один эффект. Поэтому, когда я посмотрела на себя в зеркало после нанесения маски, я была очень удивлена, что кожа стала совсем другой. Она стала выглядеть более молодой. И на ощупь она стала такой нежной, приятной. Поэтому, если с первого раза такой эффект, я думаю, что применяя эту маску два раза в неделю, ваша кожа скажет вам огромное спасибо, а это вы увидите, глядя на себя потом в зеркало. Поэтому вот эту маску Eco Beauty, натуральный продукт, розовая глина, рекомендую всем, не пожалеете. Отличная маска, ставлю 5. Что я еще себе приобрела? Ну, очень важный продукт в это время, не только летом и зимой, как я всегда говорю, это спрей антиперспирант 48 часов. Это спрей для тех, кто занимается и кто ведет активный образ жизни, кто занимается спортом. Очень хороший дезодорант. У него, не скажу, что яркий выраженный аромат, чтобы он не смешивался с ароматом туалетной воды, которую мы наносим. Вот. И запаха, вот этого запаха пота, его нету. Этот дезодорант, он блокирует, запах идет, он не от пота. Запах на самом деле появляется от микробов, которые развиваются у нас в этих местах. И вот этот дезодорант, он блокирует эти микробы, и запаха нет. Дальше. Ну, без этого продукта мы не обходимся никогда. Мы используем его два раза в день. Это зубная паста. Зубная паста с экстрим ароматом. Она мне очень нравится, потому что экстремальная свежесть называется. Вот. Очень приятный аромат. И я люблю вот это вот послевкусие. Вы знаете, послевкусие, оно очень много значит. Когда ты пьешь кофе, там, я не знаю, пьешь чай, чем ты занимаешься. И вот это вот остаточное явление, да, вот это послевкусие очень много говорит. Вот послевкусие этой зубной пасты мне очень нравится. Она такая мятная, но не сильная мята, а такая нежная. И вот этот вот вкус мне очень нравится, очень приятно. И, кстати, очень хорошо очищает налет зубов. Дальше. Тушь 5 в 1. Видите, у него такая другая упаковочка, зеленая такая, золотистая. 5 в 1 – это тушь, которая не только придает объем. Это тушь, которая и подкручивает ваши реснички, ваши глаза распахиваются. Такой эффект открытых глаз. И реснички, объем ресниц становится больше. Что еще хочу? Это тушь ультрачерная. Это не просто 5 в 1. Когда вы наносите эту тушь, она чернее, чем обычная. И когда вы наносите, вот такой вот эффект ярко выраженный глаз. Очень интересно. Поэтому рекомендую, пожалуйста, покупайте и делайте свой взгляд неотразимым.
Дальше. Я не могла пройти мимо этих продуктов, мимо продуктов wellness. Я с удовольствием их пью и говорю не один раз компании Reclaim за это спасибо. Это коктейль. Этот раз у меня шоколадный. Я сделала подписочку. У меня идет подписка на коктейли wellness и на витаминки wellness pack. Обожаю эти продукты. Но wellness — это просто незаменимый продукт, еще раз скажу. Может быть и повторюсь, но на самом деле это так. Во-первых, он полностью, в нем есть все компоненты, которые необходимы нашему организму. Это во-первых. Во-вторых, он очень удобен в использовании. Прям одну ложечку на шейкер взбалтываете. Если вы где-то в дороге, очень удобно, если вы захотели перекусить, но не хочется покупать какие-то булочки, шаурму, либо еще что-то, этот коктейль вам всегда поможет. Потому что брать шейкер, я даже вам покажу его, у меня вот такой вот шейкер, сюда насыпать мерную ложечку, залили сюда любой жидкостью, главное, чтобы она была не газированная и не была горячей. Обычной водой. Мне, кстати, больше нравится с водой, чем с молоком. Так сболтали и пьете с удовольствием. У нас есть три вкуса. Ванильный, клубничный и шоколадный. Вот шоколад, в этом почему-то мне захотелось купить в этот раз шоколад. Потому что у меня ванильный есть, он заканчивается. И хочется какого-то разнообразия. Вот, помимо этого, коктейль он и тонизирует еще. Утром, если вы не можете кушать, есть у людей такое, да, с утра я не могу есть. Вот, поэтому выпиваете вот этот стаканчик коктейля, и вы получаете все необходимые витамины и минералы, которые нужны для вашего организма, чтобы он проснулся, чтобы он работал. Вот, пожалуйста, коктейль, пейте, радуйтесь. И, кстати, он нормализует еще и ваш вес. Витаминки пью обязательно, потому что в витаминах находятся 4 компонента. Это астаксантин, который очень благотворно влияет и на кожу, и вообще на организм в целом. Это антиоксидант, который сильнее витамина С в 100 раз. Здесь находится омега-3, это рыбий жир, который влияет вообще на все, на кожу, на сосуды, на вот все еще, на все наши с вами косточки, на все вот эти вот связочки, на все влияет омега-3. Омега-3 еще влияет и на мозг. Вот, кстати, если у вас есть детки, омега-3, когда ученые стали проверять и давать детям омегу-3, то детки стали лучше учиться. Это доказанный учеными медицинский факт, научный факт. Я хочу выглядеть всегда хорошо, поэтому я пью витаминки, они всегда придают мне тонус, и я очень этим довольна. И так как я вхожу в примерку, он дает удивительную возможность брать продукты со скидкой 50%, любой продукт, который вы захотите. Что такое премьер-клуб? Это когда я делаю заказ от 150 баллов за каталог. Это примерно около 5000. Я дополнительно взяла вот это омега-3. Эти омега-3 я покупаю своей маме. Знаете, когда я ей покупала, раньше я боялась, будет ли она пить, не будет пить, она у меня живет в деревне, но она у меня их пьет. Говорит, раз ты привезла, я буду пить. Буквально 2 недели назад мы с ней что-то разговорились, я говорю, как ты принимаешь витамины? Она мне сказала, ты знаешь, я пью твои таблеточки, она так называет эти капсулы, и говорит, я стала утром легче вставать, у меня перестала болеть спина. Что может быть лучше для меня, для дочери, как не слова мамы? Это в то время, когда сейчас лето, когда огороды, и она постоянно выходит, там что-то делает, и у нее перестала болеть спина. Поэтому я
всегда покупаю маме омега-3, я буду ей покупать. И этот продукт помогает на все 100%. Это проверено не только мной, не только моей маме, но и огромным количеством людей, которые пользуются этими продуктами. А, вот, что я еще забыла. Вот такой вот аромат Excite Force от Димы Билана, by Дима Билан. Дима Билан сотрудничает, это не первый аромат, который Дима Билан в сотрудничестве с компанией Reflame сделали. До этого был Дима Билан, просто Excite by Дима Билан. Более нежный такой, более морской аромат. Этот аромат более насыщенный. Уже такого более состоявшегося мужчины. Потому что раньше, ну, в любом возрасте человек, он меняется. Да, сколько времени происходит, он меняется. Раньше он был молодым парнем, которому хотелось легкости, вот это вот свежести какой-то, дерзать чего-то. Сейчас он изменился. И он стал мужчиной. И вот этот аромат, он для уже более серьезных мужчин. Он очень много кому нравится. Поэтому берите, покупайте подарок своим родным и близким. Или, я не знаю, своим мужчинам. И еще, на что хотела обратить ваше внимание, в этом каталоге у нас вот такой вот наборчик. Что входит в этот набор? Это мужской набор, очень удобный. Здесь входит самое необходимое, чем пользуется мужчина. Ни один мужчина от этого еще не отказался. Вот такой потрясающей коробочке. Вот, ой, как мне это открыть, вам показать. Здесь находится шампунь, гель для душа. Два в одном, потому что мужчины, они любят, чтобы у них было меньше баночек, чтобы одна баночка была на все, для всех случаев жизни. Вот так все аккуратненько. И бальзам после бритья. Все самое необходимое, самое нужное в одной такой вот коробочке, оригинальной. И для подарка, и для презента всегда подойдет. Видите, так стильно, просто и в то же время для подарка очень шикарно. И в этом каталоге, что я еще себе приобрела, вот такую вот пляжную сумочку. Она мне очень понравилась. Ну, во-первых, яркий, красивый цвет. Во-вторых, она очень объемная. Сюда, я не знаю, можно положить все. И полотенце. Все, что только можно, все, что только вы хотите, все вместится в эту сумочку. У нее здесь раз, два, три. Три кармашка. И один из них на молнии. Вернее, три просто кармашка, а четвертый на молнии. Помимо этого, есть вот такая вот, видите, сетчатая сумочка. Сюда можно положить ваш купальник, или я не знаю, чтобы здесь вот оно лежало. Тоже очень удобно. И самое интересное, что вот здесь, вот внизу самой сумочки, видите, вот такая вот молния. Казалось бы, зачем она вообще здесь нужна? Хотя здесь, видите, сеточка. Да, для чего? Но на самом деле вот эта вот молния очень удобна, потому что когда мы на пляже, когда мы складываем полотенце, засовываем туда что-то, что было на песке, весь песок у нас на дне. И потом надо все оттуда доставать, чтобы это все вытряхивать. Так вот, чтобы этого процесса вытряхивания не было, чтобы мы не несли с собой песок домой, вот такая молния. Мы расстегнули, потрясли, песок высыпался, мы застегнули и пошли с удовольствием после пляжа домой. Вот такие вот покупки я купила для себя, для своих родных. Если у вас есть вопросы, пишите, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Ирина Чернявская. И до новых встреч!